Известно, что во втором часу ночи произошел взрыв на гражданском объекте. Это резервуар с дизельным топливом, который принадлежит частной компании «Транснефть Дружба». И уже минут через 10-15 произошел второй взрыв на объекте, который находится за моей спиной. Это военная часть. Там находится склад, который специализируется на хранении как раз тоже дизельного топлива. На первом объекте, по предварительной информации, в момент взрыва находилось около 10 тысяч тонн дизтоплива, на втором объекте около 5 тысяч тонн. Конечно, главный вопрос, который сейчас волнует всех, это причины случившегося, но сказать об этом что-то очень сложно, потому что, повторюсь, нет никакой официальной информации. Нам удалось пообщаться лишь с местными жителями, которые рассказывают, что слышали хлопки в момент взрыва. Ну, впрочем, такие хлопки можно слышать во время любого подобного ЧП. Я просто похлопаю.